друзья, находимся на острове Гозо. За 6 евро вот можно вот такую порцию заказать. Картофан, курица, помидоры, лимон, вот этот салатик и вот такой хлеб. А, рыба. А, это рыба, да? А, то есть это не курица? Нет. Друзья, это у нас рыба. Запутался. Запутался чуток. В общем, рыба это, да. И здесь вот такой хлеб с маслом. Это, могу сказать, самое, одно из самых дешевых мест, потому что вообще на острове Гозо дороже, чем на острове Мальта. Цены немного относительно, процентов на 30 выше. Вот, вот эта порция стоит 6 евро. Входит вот этот хлеб. Такие его дела. Такая же порция здесь, только эта порция сколько стоит? 5. 5 евро. Почему она 5, интересно? Потому что у меня креветки. Ага, вот эти вот маленькие штучки, да? Вот это стоит 5 евро, вот это стоит 6 евро, это будет, сколько у нас, 11 евро. То есть за 11 евро можно вот так вот поесть на острове Гозо в одной из самых дешевых закусочных, потому что в основном цены чуть-чуть дороже. Примерно то же самое, то, что мы сейчас едим, обычно стоит 15 евро. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.